Север с картиной дня вас познакомят наши корреспонденты в студии Алина Вучейская. Тепло будет. На сегодняшний день все жилые дома подключены к отоплению, но подготовка жилфонда и коммунальных сетей продолжается. Такие данные были сегодня доложены на заседании комиссии региона по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В муниципалитетах подготовка идет по запланированному графику. В Нарьян-Маре уже запущены все котельные. Напомню, по распоряжению мэра города отопление в жилых домах должно быть подано с 24 по 31 августа. Тепло уже и в учреждениях. Но работы по подготовке к зимнему сезону продолжаются. На сегодняшний день полностью готовы к зиме дома управляющих компаний Нарьян-Марстрой, Комисервис и ТСЖ Комфорт. Остальные компании обещают завершить работы до 15 сентября, заверила мэр Нарьян-Мара Татьяна Федорова. Город будет готов в установленные сроки, потому что есть некоторые недоделки, которые у нас в ходе проверки выявлены. Они в сегодняшний день устраняются, поэтому в установленные сроки город будет готов. Завершается подготовка к зиме и в Заполярном районе. Северный завоз почти выполнен. Осталось доставить топливо и ГСМ в восточные населенные пункты региона. По словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, затрудняет доставку шторма и учения ВМФ на море. На сегодняшний день сельские поселения на 95% обеспечены углем, на 77% дровами и на 70% дистопливом. Масел и смазок завезено более 70%, а бензина 67% от общего объема. Остается нерешенным вопрос доставка дистоплива. Топливо в Хангурей и Каменку. Обеспечению двух дизельных электростанций Хангурей и Каменки, это принадлежащих на Ренаты, топливом. В техническом состоянии они там частично подремонтированы, и опасений вроде нет. По финансовому состоянию на Ренаты у них есть небольшие задержки по оплате. И тут ситуацию контролируем, конечно, но на сегодня пока четкой даты обеспечения дистопливом пока нет. Чтобы быть в курсе подготовки региона к зимнему сезону, 28 августа пройдет селекторное заседание, на котором посредством видеоконференц-связи примут участие главы всех муниципалитетов Ненецкого округа. Алена Валерия, Леонид Шишова, телеканал «Север».